Хуй знает. Привет, привет всем, ребят. Всем привет, привет, привет. Как настроение, как суббота, ребята? Привет из Казахстана, Казахстан, салют. Всем привет, привет из Невинномысска, Невинномысск, привет. Где девочки, не знаю. Привет, привет всем, ребят. Написал я тебе коммент. Читай вслух. Короче, заехал на поляну, встретил типа, который на бутылке сидит. Подхожу и спрашиваю, что, как тебе? Он говорит, нормальная тема, каждый день такие упражнения делаю. Артём, ты просил не рассказывать, но сори, язык. Что ты? Что у вас там с Машей? Ничего, ребят. Да. Привет. Кому? Роме, Роме. А, это кто? Так. Да, ты блогер. Блогер, да. Приветик из Беларуси, привет. Откуда? Привет с Украины, Харьков. Украина, Харьков, привет. Лера. Как настроение? Супер, ребят, настроение. Привет, передай мне, пожалуйста, Баха из Казахстана. Баха из Казахстана, привет. Ребят, вы в конкурсе участвуете у меня? Как вам конкурс? Так что не стесняйтесь, пишите комментарии свои. Будет пушка все. За ваши отношения с Машей переживаю больше, чем за свои. Да не, у нас не будет отношений с Машей, ребят. А что за Лера? Кастинг? Кастинг? Да. Передавай привет. Ну чё, как ты? Передай привет. Привет тебе от Мартинчика. Чего ты я пропал? Ты сейчас с кем? Ни с кем. Адеев Фу самый тухлый участник. Но... Неправда, Адеев Пушка. Да, ребят, нашёл вы уже. В конкурсе принимаете участие, да. Говорите. Спроси, и мне кого-нибудь нашли. Кого люблю? Ты классный парень, спасибо большое. Наташу? Спроси за меня, пожалуйста. Да, какой дальше цвет волос будет? Синий, зеленый, розовый. Розовый, 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 розовый. Слава богу, что не с Машей, с жабой. Ты сейчас из молодых самый яркий участник. Спасибо, ребята. Как подготовка к конкурсу? Нормально. Завтра увидите мое выступление на телеканале Ю, не пропустите. Буду песенку петь. Когда ты с Машей будешь вместе, не буду. Дианка, привет, как твои дела? Принимаю участие в конкурсе. Запустил конкурс, ребят, кто еще не посмотрел. У меня на странице первый пост. Конкурс, принимайте все участие. Можете выиграть денежку. Покажи обстановку в комнате. Обычная обстановочка. Мужская. Вот. Почему Маша тебе не подходит? Ну, так сложились обстоятельства. Не знаю, ребят. Как-то так. Че вы за Машу-то, Машу? Мне неинтересно, Маша. Есть еще вопросы, кроме Маши? Так, супер. Все супер, как сам. Я в порядке, спасибо большое. Влюбилась. В кого ты влюбилась? Так, кидают запрос на участие в эфире, я не принимаю, сорян. Дайте ему полгодика, он будет популярнее Бузова. Да не, вы чё, гоните? Классно было бы, но вряд ли. Маша противная, может быть. Так, что-то я там пропустил. Кто должен выиграть конкурс? Не знаю. Привет, передай привет Минску. Минск, привет. Хорошего дня, у вас там слышал дождь сегодня. Надя, что? Надя, мы друзья. Надя лучше, с Надей мы друзья. Реально, что с Надей? Все хорошо с Надей. Живет, развивается. В тебя красивого. Как мило и приятно. Спасибо большое. Надя, она тебе не нужна. Ты четко говоришь. Спасибо большое.
Так. Что за вопросы? У вас есть какие-нибудь вопросы, ребят, знаете, не относительно вот отношений? Что-нибудь, может, вам интересно? Привет, Тёма, как сам? Все хорошо. Привет, Татьяна, спасибо большое. Твоя девушка к тебе еще придет. Надеюсь, ей жди, ты классный. Спасибо большое. Когда эфир? Точно не могу сказать, потому что я не смотрю выпуски «Дома-2». Привели бы новый норм девочек. Может быть, приведут. Наде нужны отношения. Надя уже строит отношения, вам больше скажу. И все это вы увидите через неделю. Ты правда с Баранович? Да, ребят, я правда с Баранович. Ты правда, какую планету исключили из состава планет Солнечной системы? Ребят, ну, это очень легкий вопрос, на который я не буду отвечать, потому что вы все сами это прекрасно знаете. Че мне такие-то вопросы задаете? Так, на Доме 2. Угу. Привет, привет всем. Вы знаете заранее, кто проходит на Дом 2? Нет, на самом деле не знаю. Ну почему вы не идете друг друга на встречу с Машей? Видно же, что искры между вами летают. Неправда. Мартинчик. Привет, Тигр 9890. Сколько будет этапов в конкурсе? 4 этапа. Где ты учился в Беларуси? В Лехпроме. Колледж легкой промышленности города Баранович. Как будешь развиваться на проекте? Не знаю, во всех областях. Наверное, скорее всего, по чуть-чуть. А в каком районе жил? На Кирова жил. С какого ты города? Родом из Баранович. На данный момент проживаю в Москве. Всем привет, привет, привет. Всем привет, привет, привет. Сейчас что делают участники на Доме 2? Участвуют в телепроекте Дом 2. Кто-то кушает. Кто-то готовится к завтрашнему конкурсу. У всех свои занятия, дела. Когда заберут телефон на тебя, от чего мне должны забрать его? Я попросил телефон, потому что скучно чуть стало. Решил конкурс для вас запустить. С вами пообщаться в эфире. Как там Настя с Глебом? Все хорошо, спасибо, ребят. Давайте я пока с вами буду общаться, посижу на зарядке. Потому что у меня батареи мало. Так. Что тут? Как там Настя с Глебом? Все хорошо, с Машей больше не будешь? Нет, не буду. Карина Витальевна, привет. Покажи обстановку на кухне. Я на зарядке сижу, ребят. На Настю смотреть противно. Ну, как она с мамой разговаривает не очень, а так девочка милая, прикольная. Крис и Женя пишут, поругались. Может быть. У тебя офигенная улыбка. Спасибо большое. Очень приятно. Придет ли в понедельник тебе кто-нибудь или сам не знаешь? Не знаю, если честно. Жутко пищит постоянно. Это вы про Настю, наверное. Мандазира Юля забрала, но вы сами же видите у Юли в историях, что да. Скажи, пожалуйста, Насте, чтобы не пищала, как свинья резаная, а то приходится перематывать вечно. Ксения Савчак. Угу. Она ведущая. Не у нас. Не у нас. Ведущая. Ну что там придумал, Серега? Да, это все нормально. Просто его позовут, скажут, когда. Слушай, ну, блин, меня уже совесть начинает мучить. Там же текст такой, ну. Или текст нормальный? Да классно, ты... классно. Все классно, Лех. Нет, просто, чтобы там не подумали, что я стегу нафиг через этот стих специально. Как? Как, блядь, ее раздражает. Слово мужик, я мужик. Торжение. Ну он-то себя с тебя. Я думаю, потом объяснится, скажет все. Ну, блин, я надеюсь, что... Просто он такой ранимый, оказывается. Ну да. Что-то тут поплыл быстренько. Да, да. Я даже не ожидал. Какая ЗП у вас? Ребят, такие... На такие вопросы я не отвечаю. Какие у вас отношения с Ермаковым? Мы дружим. Ого, лобное через час. Ой, сегодня так рано лобно. А, да, в натуре. Тебе нужно строить отношения поскорее. Согласен. Ты с Наташей? Нет. Кто из ведущих больше импонирует? Да все классные. С Кадони просто больше всего общаюсь, поэтому я
бы выразил симпатию ему. Я в натуре за кадром же сегодня. Ну чё, ребят, будут еще вопросики? Какие у тебя отношения с Машей? Никаких. Бородина больше не ведущая, только Орлова и Кадони. Нет, Бородина тоже. Привет из Кизелорда Баха. Угу, привет. Кадони легенда, конечно. Лучший ведущий, его бы на федеральный канал. Да, Сахнов написал, что едет сегодня на Дом 2. Сахнов это кто такой? Расскажите мне, кто сегодня придет? Сахнов. Наверное, вот как тут пишут сейчас. Бородина вроде в отпуске. Бородина недавно у нас была. Слышишь, Лех, а кто такой Сахнов? Да хрен его знает. Дарин Сахнов. Я не знаю. Так, маечка новенькая. Угу. Ребят, кто в конкурсе участвует, отпишитесь. Сахнов, бывший участник, бывший парень Страховой. Привет-привет всем, ребят. Окей, кто такая Страхова? Я просто никогда не стрел Дом 2, ребят. Даниил приходил на поддержку Мандезира. Кадони просто разоблачал всех на телепроекте. Даня Сахонов и еще его бывшая Строкова будет. Классно идет, спасибо. В конкурсе кто будет участвовать, это вы мне ничего за конкурс не пишете. Я эфир завел, просто чтобы насчет конкурса может поговорить. Так, поотвечать на вопросы. Никто даже за конкурс не спрашивает. Видели вообще под постом у меня? Оп, сейшельские каникулы. Нет, не про этот конкурс, не сейшельские каникулы. Я про конкурс у меня в Инстаграме, ребят. Вы же недавно мирились с Машей, почему снова разошлись? Так получилось. Ты классный, спасибо большое. Я в Инстаграме, ребят, кто еще не знает, запустил конкурс, где можно выиграть денежку. Так что все переходите на мой профиль. Там все написано. Если есть какие-то вопросы, можете задавать сейчас. Можете в директ. Всем отвечу. Кристинка и Женя еще не расстались. Нет, что случилось у Маши на ДР? Не знаю, вы зарабатываете деньги там? Да. Ночью надо спать, бро. Окей, бро. Я только сегодня подписалась на тебя. Спасибо тебе большое за подписку. Раз подписалась, там конкурс, первая публикация. Можно выиграть денежку. Переходите. Очень интересно, прикольно. Будем участвовать. Молодцы. Тебя к ней тянет? Нет, меня не тянет к ней. Пара-па-па-па. Можно много историй писать? Да сколько хочешь. Сколько хочешь. Можешь хоть 500 написать историй. Все прочитаю. Я же говорю, будет конкурс, типа, два этапа так проходить. Вот. Какие-то истории выберу я и скину денежку. А может и все твои выиграют истории, мне больше всех они понравятся. И какие-то выберут сами подписчики, то есть будут лайкать. Допустим, вот ты написала, они лайк на твой комментарий поставили. И вот у кого-то тоже больше лайков наберется, тоже скинут. Так, вы с Машей очень нравитесь. Надя или Маша? Никто. Расскажи про конкурс. Вот, ребят, под публикацией первой у меня конкурс. Просто надо написать самые интересные истории из вашей жизни. Быть подписанным на меня, лайкнуть, конечно, эту публикацию. Выберу 5 человек и скину им по денежке. А я Дом 2 смотрю, классно. Артем, у вас же есть... Тем, кого из мальчишек выгнали, не скажу. Артем, у вас же есть чувства к друг другу? Почему вы не можете с Машей быть вместе? У нас нет чувств, ребят, все. Пока, друг, мне нужно ужинать. Ты мой друг, я поддержу тебя. Спасибо большое. Приятного аппетита, если ты про ужин говоришь. А у тебя была смешная история в жизни? У меня было
куча миллион просто, ребят. Мое уважение всем на этой... Мое уважение всем на этой трансляции. Прикольно, классно. А фантазировать можно? Можешь фантазировать, как хочешь. Главное, чтобы поверилось. Поскольку денежек выберу 5 человек, по 1000 скину. Это так, проверишь, ребят, конкурс, проверишь. Если он зайдет, это вот в течение недели, вот, в следующую субботу подведу итоги какие-нибудь. И если вот так вот тема вам зайдет на протяжении недели, то буду чаще делать конкурсы, буду по 5000 разыгрывать на каждого человека, а не вот сейчас, как я просто 5000 решил разыграть. На 5 по 1000. То есть будет больше денежек, больше интереса, больше приколов. Так что все в ваших руках. Как покажете свою активность, будет очень интересно посмотреть. И будем так с вами дальше двигаться в направлении. Мне интересно, когда вот идет обратная реакция от людей. Почему нет? Расскажи какую-то историю своей жизни. Ой, их много. Можно я спрошу у двух подписчиков одну вещь? Да. Ребят, ой, блядь. Как вам мои кудри? Фух, бля, тяжело, что-то я сейчас устал так бегать. Так, ля, буду бороться за 1000 с молоденькими девочками, мечта. Ну, видишь, когда-то бывает. Молодец, надо развиваться. Спасибо большое. Чао, туто Бенни Си, чао, Маргарита, туто Посто, сто, семпре, каза дуе, туто Бенни, граци миле. Сюда лучше. Ту, коместа, коместа. Саваш Диор. Коместа. Коместа, Анастасия, Микеле. Дом 2, остров любви больше не будет, еще не знаю, может как-то и будет. Супер кудри. Супер кудри. Супер. Сколько тебе лет? 23 года. Где Саймон отдыхает? Что ты творишь, дебил? Как относишься к Крису и Жене? Нормально. Так и что ты? Да отвали, они не засохнут так. Почему? Потому что я не дам. Личный визажист, да, есть такая тема. Adesso sono tutti sulla pista ad un compleanno. Bene. А вот эту хуйню можно отключить там будет, нет? Какую? Чтобы ночью не ебашили. Не знаю. Тебе она не мешает? Так, и мне сюда пшикни. Угу. На, пш-пш. В конкурсе не буду участвовать, а так уже подписалась, в деньгах не нуждаюсь, а так я сама привыкла платить. Ну... Если в деньгах не нуждаешься, можешь просто написать какую-нибудь смешную историю. Нет, можешь кинуть тогда мне деньги? Можешь написать тогда просто смешную историю, будет же интересно, почему нет. Пусть мне скинет каждый. Так, почему нужна сложная девушка? Ну, вот так вот, потому что я очень легкий, значит, мне нужно противоположно сложное. Что спросили на каком-то языке? Это на итальянском языке, я общался со своей сестрой, она в Италии. Это приемная моя сестра, поэтому вот как-то так. Маша где? Не знаю, где Маша, ребят. Ты. Давай знакомиться, Артём. Давай, конечно. Крис, пиши. Познакомимся, все классно. Переведи. Ну, зачем переводить, ребят? Есть Google переводчик. Просто спросили, типа, что, как дела? Я ответил. Забатлимся еще, пусть не выпендривается. Чё? Чё? Часто была в Италии? Да, очень часто я там жил. Ты с Машей сейчас? Нет, я не с Машей. Спать охота. В 7 часов лобно, ты в курсе, Глеб? Ну ладно.
Угу. Я хочу к тебе прийти. Приходи. Очень жду тебя. Супер, классно, приятно. Ладно, просто крутой чел, но я бы поучаствовал с ним в рэп-баттле. Угу. Можете со мной в рэп-баттле поучаствовать, если хочешь. Вопросы с Машей будут продолжаться, пока не поставите точку. Угу. Какие девушки нравятся Глебу? Не знаю. У Глебастера бывает когда-нибудь плохое настроение? Глебстера. Глебстер. Глебстер. У меня нет. Слушай, я долбоёб, блядь. Так, тебе нужна спокойная девочка, мне кажется, в меру бунтарка. Я правильно думаю, может быть. А еще я переехал сюда. Заканчивай эфир. Почему заканчивать эфир? Расскажи мне, почему. Подожди, а это не... Тебе нужна хорошая... Мартинчик. А? Здесь был Дима Лукин, ушел. Здесь был Мандезир, ушел. Я сейчас сюда переехал. Уйдешь. Тебе нужна хорошая девушка, Маша ветреная, даже увидел вчера ее поведение. Угу. Так что, знакомиться будем? Да, давай познакомимся, почему нет? Я никому не отказываю. По максимуму всем отвечаю. Тебе очень идет этот цвет, ты классный. Спасибо большое, ребят. Очень приятно. Ничего плохого, просто заканчиваю. Пока не хочу. Нет, голос обалденный. Спасибо большое. Я в личку напишу. Ок. Да, пиши в личку. Без проблем. Мартинчик. А? Почему ты зеленый решил покраситься? Зеленый? Да. Не знаю. С кем в отношениях или кому симпатия? Пока ни с кем в отношениях и никому симпатии нет. Мартинчик, да, с 8 до 9 я записан. Мартинчик, классно, спасибо большое, ты очень искренне. Прикольно, спасибо большое. Чел, 50 зрителей, я с каждым разом все больше, Бузову точно догоню. По-любому, по-любому. Извиняюсь, ребята, это парафимация была. Крис и Женя вместе, да, договорись с Ермаковой, чтоб я к тебе пришла. Напиши Ермаковой и приходи ко мне. Вот у нас послезавтра заход. Может, успеешь. Девочки в женской... Если вы не можете Ермакова писать, можете написать мне, я Ермаковой передам. Это вообще не проблема. Девочки в женской комнате никакие. На данный момент, да, согласен с тобой полностью. Или с тобой. Ты чё там возомнила себя? Опа! Опа, толстяк, ты, ну, на кого-то батон крошишь, а? Чё ты, ну, в смс-ках-то прячешься? Если хочешь конкретно поговорить, приходи в мужскую спальню. Как сейчас обстоят дела мамы Насти и Глеба? Всё нормально. Привет, Зелондрес. Привет, Зелондрес. Не знаю, что это. Покрась брови, ещё пизда-то будет. Не, мне кажется, не очень. Передай Ермаковой, что я к тебе хочу. Ермакова, она ко мне хочет. Ну, вот так это делать, чели, ребят. А Катя Садова уже не нравится. Катя прикольная девчонка. Собираешься еще перекрашиваться? Да, буду делать. Чуть-чуть. Тонировать. Битбоксер. Конечно, жесткий. Да. Ладно, все, хватит. Нет, брови не надо, брови не буду. Мечна познакомиться с тобой. Все участники шоу приходят именно сюда. Это первый путь к славе, бро. Спасибо большое. Кстати, не знала, что Маша 25 лет и думала о твоем возрасте. Не въебывайся крашеный, пишет мне Глеб Клубничка, бля. Сука. Сука, бля. Так как мне к тебе прийти? Послезавтра на кастинг идти? Послезавтра у нас уже заход. Пиши сегодня Надежде Ермаковой. Можешь мне написать. Я, ну, откуда знаю, ребят. Наде Ермаковой пишите. Глеб, тебе проход в ноги сделать. Сколько тебе лет? 23 года. Круто, спасибо. Какие девушки тебя привлекают? Разные. Вообще, энергетика должна, вот ритм какой-то так появиться.
А тебе сколько лет, Артём? Мне 23 года. Ефанда 2-2. Не понимаю тебя, правда, солнышко, что ты пишешь, что ты хочешь так. Привет, привет. Как твои дела? Если холодно, мои слова утеплят. Не верю даже. Скоро 20 мне. Ждем эфир одновременно со всеми участниками. Ах ты пидор. Вы этого не видели? И никто этого не видел. Как тебе Горина? Ничего не могу о ней сказать. Скажи что-нибудь на итальянском. Cosa vuoi che io te lo dico in italiano? Se ti serve un po' di lezione, vuoi sapere la lingua italiana, mi puoi scrivere nel direct e te lo faccio un po' di come la scuola, non lo so, te lo spiego un po'. Мой ровесник, прикольно. Кстати, вы знаете про бывшую участницу Балтер? Ты видел, что она гонит? Ну, что она гнала, я видел, типа, сейчас пофиг, не наблюдаю за ней. 23 года, она энергетически такой взрослый, это здорово. Это опыт, опыт жизни. Так, из какого ты города? Я родом из Баранович, но живу в Москве. Я фанатика. Не понимаю, блин, ты тоже красишь ногти? Да. Нормальный цвет. Кабабейн, кабабейн. У тебя есть вредные привычки? Да, я курю сигареты, иногда выпиваю. И... Секс — это вредная привычка или нет? Просто когда его нет, ломка начинает, знаете, типа, как с сигаретами. Можно тоже к вредным привычкам отнести, ладно. Ну вот как-то так. Привет, привет, Катерина Белик. Что у тебя с Надей? Мы друзья, хорошо общаемся, все классно, спасибо. Буду долго смеяться, если Балтер придет, и вы будете вместе. Ха-ха. Фратужи, знаешь, сейчас у тебя ломка. Да, да, есть такая тема. Может, выходной взять, съездить в клуб? Есть московский кто-нибудь? А? Кто по масти? Здорово, Илюха. Чел. Как дела? Братан. Короче, ребята, Илюха, чел. Следующий конкурс надо будет, на него тоже будет подписаться, буду оформлять подписку. Так что можете уже сейчас подписываться, чтобы потом на него не подписываться. Там сразу пятерку разыграю. Было бы классно пары с Надей. Угу, конечно. Машка в помощь. Нет. У тебя есть девушка. Ну, тут понятно чуть-чуть, но у меня ее нету. Ломка от нехватки любви. Может быть. Йоу. Йоу, the same Blake. Это тоже мой кореш. Привет. Давай я к тебе приеду. Ты с Москвы? Если хочешь, приезжай хоть сегодня. Пообщаемся с тобой. О, милашка, спасибо, ребят. Иди к Маше, не пойду. Как нету, а я? Что? Что ты? Бля, ха-ха-ха, серьезно. Если Балтер придет, она все время просидит в изоляторе. За драки. Может быть. Здравствуй, расскажи свои извинения. Извинения после того, как был осужден. Извинения. Интересный вопрос очень. Интересный вопрос. Это, знаете, как приоритеты выставил какие-то грамотные в жизни. Ценности поменял, отношения вообще ко многим вещам. Как-то мудрее, что ли, стал, поэтому... Да, вот так вот. Да ради тебя можно и в Москву приехать. Приезжай тогда. Ты очень некрасивый. Очень некрасивый. Не понимаю, очень некрасивый или очень красивый. Но спасибо большое за тот и за тот. На кастинг я имею в виду. Чтобы попасть на кастинг, пишите Надежде Ермаковой. Она это делает. Либо Лерия, тоже кастинг-менеджер. Все она вам объяснит, все сделает. Надо делать видеовизитку. Если хотите, кто прям приехать.
Видеовизитку можете записать на 1.5-2 минуты. Рассказ о себе, чем занимаетесь, увлечения, тип характера, что-то такое. Кому идете, по какой причине, чего, цели какие-то. И можете мне даже видео отправить, я буду отправлять Ермаковой. Просто подходить, показывать, чтобы проще было. Ты самый... А где Машка, я не знаю. Ты самый лучший, люблю тебя. Спасибо большое, очень приятно. Боже, сколько тех, кто ради захода на проект хотят уже приехать. Да, хватает, хватает. Ты либе Симасу, вот это реально непонятно. Как, что твоя девушка, я, ты что, не признал меня, родной лек? Как, что твоя девушка, я, ты что, не признал меня, родной лек? Меня не признал. У тебя очень красивые глаза, а голос просто бомба. Спасибо большое, очень приятно. Артем, ты же не серьезно относишься к Ермаковой? Зачем этот цирк? Мы с Ермаковой друзья, ребят. Просто друзья, все. Вот так вот. Мадан говорила, что последний раз любил в 2014 году. Почему так? Не было подходящей? Скорее всего, да. Скорее всего, да. Не мог испытать таких чувств. Хей, бро, слушай мой флоу, кликай на плей, сука, легу. Я слепица, лимбу, ты дзерол. Плюс обезболиваю, демидрол. Я тут чилал, чеки пи, это новый раунд. Сука, этот сам, вы готовы на старт? Эй, я свежий, не говорите, как мне жить. Ваш рэп внят помог, и я тут, чтобы его освежить. Бармен готов фреш, я на битах устрою трэш. И не продамся за кэш, знаю, что ты сохнешь, щищ. Как из винтовки, режим нон-стоп без остановки. Па-па-па, их на осколки, я свежий, словно из духовки. Эй, я в здании, как в вашем подсознании. Итог будет леталин, тут самый свежий парень. Чё? Так, какой, так, привет. Шо, как погода, когда приход к тебе? Шо, как погода? Погода огонь. Когда приход к тебе, не знаю, ребят. Какую музыку ты слушаешь? Разную. Кто у вас ушел? Не знаю. Здравствуйте, Максим Владимирович. Вы с Машей очень похожи внешне и подходите друг к другу. Я так не думаю. Как думаешь, получится ли у тебя построить отношения на проекте? Я бы хотел в это верить, на самом деле. Чем вы сейчас занимаетесь в доме? Я вот это лежу. Блин, если девушка курит, как ты к этому относишься? Ну, без разницы. Пусть курит. Пока не мешает. Е, раскачал эфирчик. Е, бро. Хей. Все четко. Спасибо. Кто едет на Сейшелы? Пока непонятно. Еще у нас 4 этапа идет конкурс. Ты клёвый, спасибо большое, ребят. Фил, видишь, что происходит вообще? Короче, тут, ребят, смотрите, смотрите прикол. Вот Илюха Чел, мой друг, я прям еще в Беларуси был, мы с ним вместе на заводе, короче, работали, да. И мы по приколу иногда по вечеру запускали эфиры, там просто заходило 7 человек наших друзей, типа, просто поугарать и все. А сейчас... Бунт заходит, что-то закидывает вопросами. Меня, так приятно, меня, ребят, да? Что вы есть. Очень классно, спасибо большое. Что пацаны говорят? Во-во-во, Мартинчик, полегче. А что случилось? Про что ты? Ладно, бро, связь, давай, Илюха, связь. У тебя был уже выходной? Вот это любимое. Я ездил в больничку один раз, и вот хочу выходной себе взять. Целоваться невкусно же будет. Ой-ой-ой, ладно, приеду, сделаю. Я сам курю просто пока что, хочу бросить, но курю. Я уже общался по поводу прихода, но прежде чем прийти, надо да, хоть как-то узнать человека. Вот этим я сейчас и занимаюсь. Угу. Окей. Вы с Машей хорошо смотрите совместочку, плюс в чат. Пока совместку я не могу вести в эфирах. Нельзя. Да, я что-то снялся уже. Или ты про трек? Асадова не нравится. Асадова просто классная девчоночка, прикольная, но типа как девушку для отношений ее не рассматриваю. У меня нет, я же обычно просто с клипом вместе взята. С моим. Развесели нас, что так скучно-то.
А я тут типа клоун такой, типа, эй, бой, привет, анекдот может вам рассказать? Я же для этого сюда пришел. По факту ты пишешь в прямых эфирах, мне придет на проект. Ну да, вот так вот. Угу. Ну, вот так вот. А так вообще все. На тусе, как у нас ты ревнивый парень, нет. Мне говорят, что я самовлюбленный и уверенный в себе. Мне кажется, что Маше нужен другой парень, но слишком заигралась. Да, чувак, сам очень, блядь, пиздец уже, может, да. Может быть. Так, тебе Маше выступление понравилось, только честно, нет. Ну, мне не нравится стиль такой музыки. За что сидел? За плохое поведение. Мартинчик, мне нравится, что ты настолько простой человек, можешь общаться с каждым, добрый, открыт. Надеюсь, ты останешься таким же классным, пока не набрал огромный оборот в Инстаграм. Ну давай хоть анекдот. Сейчас анекдот тогда. Подожди, только отвечу. Я думаю, даже если оборот наберу в Инстаграме большой, я все равно буду стараться с вами общаться. То есть просто, как бы, ну, зайдет ко мне 50 человек, вот вы так пишете, я успеваю все читать и отвечать. Буду по максимуму так же самое отматывать, не знаю. Буду стараться, ребят, типа, я не зажаренный типок. Я до сих пор не считаю себя, да, каким-то классным чувачком. Так, ну давай хоть анекдот. Надо подумать. Мне черный анекдот, я не хочу рассказать, мало ли меня дети смотрят. Нет, они подходят друг другу. Нет, они подходят друг другу, слушай, Мартинчик, да. Мне не нравится Маша, ребят, все. А полная фамилия какая, ребят? У меня полная фамилия и есть Мартинчик. Угу, он паспорт даже показал. Мартинчик, тебе больше Маша подходит, чем Ермакова. Угу, спасибо большое. Ребят. Видите, Мартинчик. Я думаю, ты не самовлюбленный, просто надел маску, так и уже сам в это начинаешь верить. Да не, я не надеваю маску, это... Я вам говорю мнение окружающих, какой я не могу себе писать, меня описывает мнение со стороны. Не успела год глянуть, у меня год на пузе набит, 98-й. Вы отдаете телефоны? Да. Сдаем иногда. Да, я думаю, это с учетом у Алининого батика попросить. У Алининого батика. Да, Макс, слышишь? Ой. У Алини на бате. Прям вау. Чё такое вау? Он не самовлюблённый, так кажется. Инга, привет. Как твои дела? Классная девчонка, как нам зашла. 23 года, да, 23 года у меня. У тебя к кому чувства? Никому. Иди спать. У меня лобная через полчаса, а потом за кадром. Какой спать? Сегодня насыщенный день, суббота, целый день съемок. Сау. Вот это не понял. Покажи ногти Глебу, плиз. Глеб, покажи ногти. Был бы очень рад, типа, если... А? Ногти покажи. Был бы очень рад, типа, если помогли их максимально. Типа, мы дадим как-нибудь. Спасибо. Насколько отдаете и зачем? Чтобы не мешали нам чуть. И к такой старухе лезешь. Да, бывает. Ладно. Привет, привет, Инга. А почему ты не хочешь строить отношения с Машей, что мне не нравится? Много чего не нравится. Все хорошо. Очень рад за тебя, Инга, что все хорошо. Давай, с днем рождения тебя. Давай, гад. Держись. Короче, держись. Мартинчик, у меня первая ассоциация с Мартини. Стих тебе напишу из четырех строчек, скину в конкурсе твоем. Окей, спасибо, прикольно, очень приятно. Какой у тебя рост? Ты какого роста хочешь девушку? 160 норм? Вообще без разницы на рост. Без разницы, правда. У меня рост 186. О, блин. Что там, Серег? Слушай, ну, спасибо всем еще раз. Ты уже сканял? Да. Что, как все сделал? Да, все. Понравилось ей? Да. Заплакала? Она? Не заплакала. Блин. Она вот. Вот это вот, понимаешь. Давай еще раз, Петюрь. Вот когда такие слова говорят, тут это другое дело.
Видишь, классно, класс, супер вообще. Да, блин, слушай. И не останавливайся. Я себя просто, понимаешь, вот я понял, когда вот понял всю картину, в смысле, что здесь шоу Трумана, и как бы я был главный герой, где вот это вот вся хрень. Тогда, типа, картинка стала на места. Я да. Просто, знаешь, если бы вот чуть раньше хоть кто-то сказал... Все в твоих руках, Серег. Я тебе поэтому говорил, вот так вот, включайся, Серега, включайся, включайся. Не то, что глумануться, я тебе намекал чуть-чуть. Мог бы и прямо сказать. Да нет, так нельзя. Так, ты там как, по воле не скучаешь? Скучаю, конечно. Какой у тебя рост? 186. У Глеба есть девушка? Глеб, у тебя есть девушка? У меня нет. У меня есть мама. Кто? Если он девушку выбрал... На 15 лет старше, какой там рост? Угу. Эй, хочу на 2. Если я приду к тебе с ростом 189, не смутит? Да пофиг мне на рост, ребят. Постарше, у меня 186, 189, ну, типа... А в постели как, не мешай. Ха-ха, покажи мужскую. Уже показывал, ребят, ну вот, нате, вот еще раз покажу. Вот мужская спальня. Или тебе норм, что мужики ногти красят? Да мне без разницы, ребят, типа, я отношусь как-то нейтрально, меня это не касается. Я делаю, что мне по кайфу, кто-то делает другое, что ему по кайфу, так что пофиг, стоп, Сермаковая, мы с Надей друзья. Главное, ты ногти не крась, пожалуйста, да я не буду ногти красить. Хотя, может быть, да нет, пока не буду точно. В отпуск собираешься? Нет, хочу просто выходной один взять, отдохнуть. Чем тебя злит Маша? Можешь описать чувства, которые испытываешь сегодня в эфире? Она тебя прям бесила. Я не помню, потому что не смотрю эфиры. Сейчас нейтрально к ней отношусь, вообще плевать как-то. Глеб, общаешься с Полиной? Глеб, общаешься с Полиной? Да. Да? Да. Да, общается с Полиной. В постели построиться можно? Вот это тогда. Тогда не мешает, что нет. Мой рост 215 сантиметров, жди, я приду к тебе. 215 тоже в постели не мешает. Сразу вот. Все точки над «и». Привет, Мартинчик. Привет. О, бля, Глебас, я бы поспал на самом деле. Так, куда рванешь в выходной? Слушай, думаю, в клуб какой-нибудь. Или ты хочешь со мной потусить, Инга? Приветик из Минска. Привет, ребят. Привет тебе из Эстонии. Как у вас Надюхой? Эстония, привет. Супер. Классно, что меня даже там смотрят. С Надюхой никак, мы друзья. Трудно не будет, и тебе приятно. Угу. Интересно. Интересно очень. Очень интересно. Когда вас заперли, ты такой секси был. Ага. Спасибо. Прикольно. Приятно. Мартинчик, добрый вечерок, что делаем? Смотрю, растем уже полно народу в эфире. Да, есть такая тема, что-то набирается обороты. Почему с Ермаковой не строишь отношения? Потому что мы с ней друзья. К тебе можно прийти, ты очень привлекательный и хороший. Приходи. Привет из Америки. О, сильно, ребят, Америка, класс. Вообще, до туда прям долетел даже. Супер, привет. Всего тебе хорошего. Ты супер, с Машкой смотришься, я за вас. Мы не с Машкой. Я бы потусила, но не в клубе точно. Инга, на что ты намекаешь? На что ты намекаешь, Инга? Вот мне интересно. Раз не в клубе точно. Привет из Самары, привет. Привет из Грузии. Привет, Самара, привет, Грузия, Пушка. Потому что она не хочет. Угу. Прикольные зубки у тебя, спасибо большое. Тебе мамка нужна в отношениях? Нет. Секси был, потому что ломка. Может быть. Привет из Ижевска. Ижевск, привет. Надька на один раз. Надька хорошая, мы с ней друзья. Только не Маша, нет. Маши нет. Улыбнись, 32. На. Я бы тоже с тобой затусила. Пиши в директ, затусим. А сколько тебе лет? Мне 23 года. Привет из Молдавии. Молдавия, привет. Фух. Передышка.
Вот, секунд. Марчинчик. Да. Саймон, кинь салам быстренько. Саймон, салам. Давай, Саймон, здоровье. Это не в историю хоть? Нет. Салам, всем салам. Как с Надей? Хорошо, классно, общаемся, все супер. А на 33 можешь улыбнуться? Нет, не могу. Напишу, ты только отвечай. Окей, отвечу. Передай привет Настёне и Самаре. Настёне и Самаре, привет. Я бы очень хотел с тобой пообщаться. Пиши в директ, я отвечаю абсолютно почти всем. Не отвечаю на такие вопросы, только пишите. Не просто привет, пишите привет и там типа хочу пообщаться, там есть вопрос к тебе, тому подобное. Потому что я на сообщении, я уже объяснял, на сообщении 70-80 вот так вот привет ответил, вот мне написали просто привет, я пишу привет. И все, и мне не отвечают. Ну и смысл мне вот такого вот. Какой внешний типаж девушки привлекает так, чтобы вау. Ой, по-разному, ребят. Почему голос серьезный? Потому что я по жизни серьезный. Так. Да вы что, чем он серьезный, я не знаю. Какой ты национальности? Я белорус. Да все уже с Машкой. Он один-один тот же вопрос задает. Во мне надоедает. Да. Ни на что не намекает. Ты же знаешь. И вот это вот смайлик такой, Инга. Все, короче. Все, Инга, все понятно. Короче, спишемся мы с тобой, чем-нибудь придумаем. Ты увидеться, Инга, со мной хочешь? Соскучилась уже? Да ты сама серьезность. Да не, вы чё? Я тебе писал в Инстаграм, ты не прочитал даже. Ну да, была такая тема. Я же говорю, не успеваю всем отвечать, ребят. Но напиши еще раз, я тебе отвечу. Ирина Кихрилопета. Запомнил тебя. Мартинчик, ты супер, спасибо. Улыбочку. Такие, как у Маши. Мартинчик, это твоя фамилия? Да, я только что паспорт вам показывал, чтобы отпали у вас эти вопросы. Конечно, скучилось, нас никто не радует. Вот, Инга, скажи честно, я ушел, тухло стало, но честно. Тухленько стало, вот даже вообще не хочется идти туда, как будто. Привет из Минска, а Минск, привет. Какая самая искренняя пара, по твоему мнению? Мадан и Моргенштерн. Ты в Минск не собираешься? В Минск не хочу. Если ты с Минска, ты хотела затусить, а я в Минск не собираюсь. Как к тебе можно прийти? Пишите Надежде Ермаковой в личные сообщения, либо у нее на страничке в шапке профиля в Инстаграме есть номер WhatsApp. Можете написать туда. Надо снять будет видеовизитку. Можете снять, отправить ее мне. Я сразу Наде скину, чтобы было попроще. Короче, пишите Наде, она вам все объяснит. Мартинчик, а где твой сиамский близнец? Он здесь. Салют, ребята. Я тут, и я сиамский близнец. И я еще люблю. Все, пошел в пизду. Из какого ты города? Я родом из Барановича, сейчас из Москвы. Хорошего вечера, спасибо большое. Даже Боря перешел. Да, я в курсе за Борю, да. Да, тухло. Водительские права есть? Нет, мне не нравится водить машину. Ну, нравится, но нравится водить ее без прав, поэтому права мне не нужны. Так, а Надька вообще кто? Друг. Ну, вообще она кастинг, директор кастинга «Дома-2», поэтому пишите ей. Она сейчас, как и участница, но также остается при обязанностях директора кастинга, поэтому на все ваши вопросы она всем отвечает. У нее в день она разбирает по 200-300 заявок, так что успевайте, ребят. Мама Наташи еще на «Доме-2»? Да. Как с Адеевым общаешься? Отлично, классно. Был секс с кем-то на «Дом-2»? Да, с моей рукой. А ко мне приехать? Я ушла, могу и к тебе приехать. А ко мне приехать? Я ушла, могу и к тебе приехать. Не понял, но можешь в Москву приезжать. Инга, не обижайся. Но я вряд ли, короче, я вряд ли вернусь туда, вряд ли. Я думаю, после «Дома-2» в Питер, не знаю, либо в Москве буду движение какие-нибудь наводить, но точно не в Морягу, скорее всего. Ха-ха-ха, бля, даже спите рядом, точно сиамцы. Угу, есть такая тема. А по каким критериям она выбирает? И... Ушла, я хотела написать. Ага, так. А ко мне приехать, я ушла, я могу и к тебе приехать. Ну, приезжай, ушла. По каким критериям она выбирает? Так, критерии там абсолютно такие, типа там история какая-то жизни. Конечно же, симпатичная девочка должна быть красивая.
увлечение, там какие-то хобби, целеустремленная должна быть, из какой-то истории должна зайти, чего она реально хочет. Ты жил до проекта в Москве? Да, я с сентября, с конца сентября живу в Москве. Ой, бля, с вами эфир веду уже, пиздец, почти час. Угу. Так, еще 3 минуты веду эфир и заканчиваю. Откуда ты знаешь итальянский? Я воспитывался в итальянской семье и жил в Италии, ходил в школу итальянскую. Поэтому вот оттуда и знаю. Кем работал? Работал баристой в ресторане. В Италии давно жил? Давно. Ну, недавно там был я, вот в сентябре, 14 сентября с Италии прилетел в Беларусь, из Беларуси в Москву. Да, туда и не надо тебе, я за твой рост. Ты молодец, добивайся то, что тебе нравится и чем хочешь заниматься. Просто ты хорош, Инка. Нам по-любому надо увидеться, 100%. Высшее образование есть, незаконченное высшее есть. Правда, что рыженьки ушли? Не знаю. Давай сделай трансляцию и выходи. Давай сделай традицию и выходи почаще. Какую традицию сделать? Ты не смотрел Дом 2, как решил пойти на Дом 2? Да просто вот так вот. Сколько лет прожил в Италии, если гражданства итальянское нет? Прожил достаточно, очень много времени. Почему решил пойти на Дом 2? Хайп, ребята. Развитие очень огромное. И огромный бонус построить отношения. А если твоя бывшая придет на Дом 2... Какая бывшая моя придет на Дом 2, мне аж интересно стало. А как ты после Италии вернулся в Россию? Вот так вот. Твой близнец кого-то ждет на проекте? Глеб, ты кого-то ждешь на проекте? Да. Кого? Парня одного. Парня как зовут? Алексей. А? Леха? Риф. Риф? Риф. Это Лиза Жу пишет, знаешь такую? Лиза Жу, да. Кто это? Девчонка моя. Лесковец или кто? Нет. А кто? Ну какая-то пизда. Какая-то пизда, говорит он. Сука, необразован. Так, Надюха в своей сети, Надюха в других сетях. Ребят, сколько можно уже объяснять? Что про Машу, что про Надю, я ж прошу, ну... Хватит. Твой близнец кого-то так. Мартинчик, удачи тебе, хорошего вечера. Не ответить, ну ладно, пусть будет так. Я ответил тебе, просто не заметил. Вот отмотал специально и ответил. Хоть один признался, что хайп. Какой рост у Кати Садовой и Маши? Не знаю, хайп. Сам он пизда. Глеб, слышал? Да? Сам ты пизда. Ну, у меня нет пизды. У тебя есть женское лицо. Да. Хайп. Так а что это скрывать, ребят? Ну, по факту, типа... Вы же сами видите, видели мои профайлы, я это на профайлах говорил, так что я не говорил сюда, не пришел сюда врать, типа там, мне так надо любовь, типа, ну, я правду сказал, типа, и все. Самый неприятный для тебя участник на проекте, Глеб Малмыгин, потому что на телку похож и порой ночью хочется, но я потом вспоминаю, что это Глеб, потом думаю, почему он рядом спит. Короче, шучу. Да нету неприятных, все прикольные, по-своему интересные, поэтому с каждым интересно пообщаться. Я делаю свайп. Доброго дня, Мартинчик, и тебе доброго вечера, уже одни дня. Так что, здоровечка классного. Если ты вот на этой маленькой фоточке, которая доброго дня, Мартинчик, написала, прикольная, очень прикольная. Ты про что сейчас говоришь? Не знаю. Ха-ха-ха, ору. Что было в профайле? Глебка сексуальная. Ха-ха-ха, ору. Привет, привет. А откуда ты знаешь русский язык, если жил в итальянской семье? Потому что я, блин, белорус. Белорусы говорят на русском языке. Не поверите. Какое сейчас у вас время? 18:41. Короче, ребят, 3 минуты, все, я уже говорю, 3 минуты эфира еще. Ты гад, почему игноришь?
Ты гад, почему игноришь? Тёмыч. Эй, а? А ты будешь сегодня говорить на лобном? Что сам предлагал? Да не, разобрались вроде. Тебе очень идет светлый цвет волос, мне очень нравится. Спасибо большое, очень классно. Как коллектив относится к Адееву? Нормально. А ты часто бываешь на родине? Ну вот я уехал оттуда и пока не собираюсь приезжать. Как у вас дела с Машей? Никак. Передай привет, пожалуйста, Лере Паруш. Лера Паруш, привет. В Чехии 17:42. Классно в Чехии. Так, московская. Так, покусики, я ушла. Пока, Инга, хорошего вечера тебе. Мартини, буду тебя так называть. Да называй, как хочешь. Будет Маша с другим парнем. Ох, и пожалеешь, что упустил. Да нет, ребят, жалеть не буду. Тебя за это надо хорошо отлупить по заднице. Приезжай, лупи, чё ты. Чё ты словами-то кидаешь? Ай, бля. Ой, все, сердечки пошли уже, все. Яна Мешкова, Пуруш Валерия. Валерия Пуруш. Анна, я не из России, не знаю московское время. Ну чё, чё? Чё, ребят? Ты самый клёвый из новеньких парней. Спасибо, Еленочка. Я тебе тебя разочаровалась. Не сильно понятно, но вот как-то так. Паруш, а не Пуруш. Паруш, Валерия. Окей. Скучаешь? По чем скучаешь или по ком? С какого города ты? Ребят, минута просто еще на вопросы отвечаю. С какого города? Родом из Барановича, сам из Москвы. За сегодняшний эфир раз 500 уже ответил. За каждый эфир по раз 500 отвечаю. Ну да, наверное, на страничке в профиле написать, чтобы не дурили голову. Блядь, говорю, разочаровалась тебе. Ну я понял, что ты разочаровалась во мне. Так бывает иногда, если честно, жизнь такая штука. Может всякое случиться. Но не измеряй любовь в условных единицах. Так, чем ты увлекаешься? Музыкой, рисую, прикольно так. Люблю книги почитать, да, всякое. Спорт чуть-чуть совсем. Не все же видят, ты сделал пост. Какая женщина некультурная. Да ничего, все нормально. Спасибо за комплимент на фотку, мне приятно. Угу. Если приятно, значит пиши мне в директ, пообщаемся с тобой, прикольно. Так, все, ребят, короче, буду заканчивать эфир. Всем спасибо, что задавали вопросы, что общаетесь со мной. Очень приятно, интересно, прикольно. Потап и Настя, да, конечно. Потап и Настя в натуре, там же типы Потап что же читает. Глеб, точнее, клубничка. Короче, ребят, всем спасибо, пообщались. Еще увидимся. Не забывайте участвовать в моем конкурсе. Ты дерьмо. Мне написали. Спасибо. Под конец просто. Спасибо большое. Я тоже хотел сказать, один и тот же вопрос задаете. Сколько тебе лет и какого ты города, что нравится? Я знаю, 23, рисует он и поет, и на гитаре. Ермакова бортанула, раз бывший пришел. Не бывший пришел, а теперешний. Пока, пока, привет из Таджикистана. Пока из Таджикистана. Ребят, я закругляюсь уже в этом эфире, потому что меня тут какая-то бабуля обзывает, что я дерьмо. Но да ладно, так бывает, поэтому не забывайте участвовать в моем конкурсе. Подписывайтесь. Обязательно, там в конкурсе так прописано. Если хотите выиграть. Не хотите, не подписывайтесь. И всем хорошего вечера. Спасибо.